пастушка бытия. Немецкий философ Хайдеггер говорил, что человек – пастух бытия, ну а женщина стала быть пастушка. И мой стишок «Пастушка бытия». Служу пастушкой у Господа, пасу овечек события, на тучных пастбищах альпийских гор, покрытых свежей сочной травой времени, создаю новые миры, пастушка бытия. Ну и песенка. Вставай, пастушка, оставь подушку, уж солнце встало, пора в поля. Паси, пастушка, на сочных травах альпийских гор события. События овечки в альпийских горах, события овечки растут на глазах. На сочной траве, на зеленой траве, времени в альпийских горах. На сочной траве, на зеленой траве, времени в альпийских горах. Вставай, пастушка, оставь подушку, тебя встречая дух бытия. Скорее в горы паси овечек, в горах альпийских дух бытия. События овечки в альпийских горах, события овечки растут на глазах. На сочной траве, на зеленой траве, времени в альпийских горах. На сочной траве, на зеленой траве, времени в альпийских горах. Вставай, пастушка,